Мы отвергаем вот это расхожее выражение «не делайте из еды культа». На самом деле делайте, делайте культ из того процесса, одного из тех процессов, который позволяет нам жить. Иначе без этого высочайший кулинарный ритуал может превратиться в банальное употребление калорий. Ну, жратву, иначе говоря, по-простому. Сегодня винотека Альтбир приглашает всех поклонников высокого кулинарного искусства на вечеринку на 3 часа в Одессе. Все это проходит в рамках большого проекта с шеф-поваром Альтбир. Сегодня вечер для людей, влюбленных в еду, самозабвенно, таких как мы, да? То есть это кажется, что все несерьезно. На самом деле это искусство, да? Однозначно. Причем, господа, сегодняшний вечер, он будет таки регулярно. Пока что цельных 2 четверга в месяц. То бишь через 2 недели будет еще один похожий вечер. Сегодня мы в Одессе. И мы не просто в Одессе, мы во вкусной Одессе. Только что мы попробовали великолепную фаршированную щуку по-одесски. Слушай, я таки такую щуку никогда в жизни не ел. Я люблю покушать, я люблю Одессу. Я был там, но даже в Одессе я не ел такую щуку. То бишь у нас в Харькове самая одесская щука в мире. Фишка вечера в том, что и щука, и камбала, и все мелкие одесские ингредиенты прибыли прямо из Одессы и совершенно свежие. Более того, шеф делает мастер-класс и рассказывает, как их правильно готовить. Замечательная у вас тема, конечно, сегодня просто. То есть я когда увидел эту рыбу, ой, такие воспоминания нахлынули. Когда она еще плавала? Эту рыбу поймали позавчера. Это прямая поставка из Одессы. Действительно, это правда. Ни одно одесское заведение не будет открываться без калкана. Это вот такой. Поэтому вечеринка такая одесская. Щука по-одесски приготовленная, сваренная со свеклой, шелухой лука. Раздали черноморскую креветочку, тоже одесскую. Приготовили салат из бычьего сердца, потому что одесситы любят такое. Сделали такой домашний мамин Наполеон. То есть чуть-чуть такой вот атмосферы домашней, одесский дворик. Вы знали, что сегодня такой вечер, или случайно попали сюда? Я знал, я его просто выгрыз зубами. Но мы в интернете прочитали и знали, что именно будут подавать, какие блюда, поэтому пришли подготовленные. Ой, ребята, несут калкана, жареная одесская камбала. Посмотрите, господи. А правда, что рыбу можно есть руками? Птицу, рыбу, ну и девицу, знаешь, есть такая, нужно брать руками. Я не вообще, я имею в виду конкретно вот эту рыбу, вот эту камбалу, которую подавали сегодня. Она такая с шипами, с такими, она у него, да, настоящая такая, ох, классная, конечно, рыба. А вот ее можно есть руками? Я верю шеф-повару, он сказал, что ее можно есть руками, и думаю, да. Кажется, что все присутствующие, очевидно, впечатленные кулинарными шедеврами, уже заговорили с одесским акцентом. У нас не просто вкусно, у нас, как всегда, еще и весело. Потому что мы вас, конечно же, погружаем в колорит Одессы. То бишь, вам будет не просто вкусно. Вам будет вкусно, приятно и весело. Обещают на десерт великолепный мамин Наполеон. Вообще, честно говоря, Наполеон – это один из моих самых любимых тортов. Вот это действительно блюдо из детства. А через 2 недели мы будем путешествовать во Францию. Будет же продолжение, да?
На самом деле это целый проект, который мы планируем запускать два раза в месяц. Это как выбирается типа званый ужин с шефом, и будет какая-нибудь страна, и какая-нибудь специфика. Следующая будет Франция. Мы будем готовить ножку конфи, десерт крем-брюле, утиная грудка. Я расскажу про французскую породу утки мулард, которая непосредственно в этот вечер будет представлена. Я не знаю, что шефу пришлют из Франции. Говорят, прилетит утка. Наверное, не только. Или не одна. Приходите. Будет вкусно, интересно и весело. Мы ждем вас.